Всех приветствую, меня зовут Данил, и мы продолжаем с вами играть в игру Motor Depot. Сегодня мы с вами по многочисленным заявкам покатаемся на Икарусе 260 в новой окраске. Вы в комментариях попросили, чтобы я покатался на Икарусе в зелено-белом цвете, в раскраске, по-моему, московская раскраска это. И сегодня, ребят, мы на нем покатаемся. По городским маршрутам. Так, рекламу я сниму. Я хочу как-то шторы покрасить, дабы было интересно. О, зеленый как раз подходит. Отлично. Ну, а в салоне, ну, в принципе, пускай остается так, как и остается. Ничего мы здесь менять с вами не будем. Хорошо, тогда погнали. Тогда погнали. Так, давайте сразу выберем первый маршрут. Ну, а потом поедем дальше. Так, ух ты. Смотрите, еще один Икарус. Такого же цвета. Ну-ка, погнали. Интересно, он сами поедет? Или выберет другой маршрут? Прокатимся по двум маршрутам, ребят. Если хотите, чтобы я прокатился на каком-то автобусе, машине, там, грузовике, то обязательно пишите в комментариях что-то интересненькое. И тогда поработаем и прокатимся. Там еще говорили, чтобы я на Лязе прокатился, 52-56. Тоже новая краска. Ну, посмотрим, может и прокатимся. Но Ляз мне не особо здесь нравится. Как-то моделька выполнена не очень. Да, Икарус с нами катается. Поэтому выбрал Икарус. Ну, его так или иначе тоже просили, поэтому давайте. В вагон. Все, погнали, не будем мешать. Точки тут перегораживать. Я не помню, я после обновления... Да, гоняли мы с вами на стримах после обновления города. На автобусах. Ух ты, смотрите, призрак. А, нет. Маз появился, у него так летел. Как призрак был. Ну, и этот еще летает, вообще под колеса прыгает. Это онлайн, ребят, нормально. То есть сейчас тут будут лаги страшные. В этом вы тоже убедитесь. В этом вы тоже сейчас убедитесь. Пишите в комментариях, у кого также лагает, потому что, насколько я знаю, сервера сейчас у многих лагают. И, ну, оптимизация, конечно, страдает. Есть такой минус. Поэтому, ребят, это не очень хорошо. Так, даже не знаю, салон нам будет, наверное, когда поудобнее на остановке заезжать, да и вообще по городу салона кататься будет поудобней. Так, все. Погнали. Ну, немножко проседает. Это не особо приятно. Да, я смотрю, у нас сегодня на маршруте два автобуса. Таких же. Это хорошо. Главное выдерживать расстояние, интервал, чтобы друг друга не врезаться и было место на остановках. Но сегодня мы поедем, ребят, по правилам, по ПДД, нарушать не будем. Ну, по крайней мере, я стараюсь так ездить, хотя вот повороты включать это уже большой-большой плюс. Это я повороты, в принципе, всегда стараюсь включать. Так, погнали, он сзади уже поджимает. Как-то даже за чатом не последишь, следишь за дорогой, за пассажирами, можно так сказать. Еще сзади автобус едет, интервал удерживать, ну, чтоб прям... Все у нас было четенько и без всяких нарушений. Раскраска очень прикольная, вот эта раскраска такая мне нравится. Я считаю, давно такая раскраска должна быть в игре. И с этой раскраской Икарус, ну, как будто придали ему новую жизнь, да? То все желтое было, а теперь зеленое, ну классное, классное. Такая окрасочка мне нравится. Если она вам тоже нравится, ставьте лайки. Ну или напишите в комментариях, что она вам тоже нравится. Почему бы и нет. Товарищи, надо меня кикнуть. Написал так. Надо меня кикнуть. Товарищи, кикните меня. Так, я не помню, первый маршрут у нас длиннее, чем второй. Или второй длиннее, чем первый. Нет, по-моему, первый длиннее, чем второй. Ну, на двух маршрутах прокатимся, потому что на одном это маловато серия будет идти. Хотя, может, даже и нормально. Ну, посмотрим. Небо затянуло, чтобы сейчас дождь не пошел. А то дождь пойдет, будет эти дополнительные лаги. Что не очень хорошо. Ну, вот так вот, что тут сделаешь.
тут такой заезд, нужно было, наверное, заезжать с этой стороны, я заехал сильно рано. Ну ладно. Центральная остановочка у нас, центральная улица. Второй автобус продолжает следовать за нами. Так, тут кольцо у нас. Ну, вообще нужно уступить, но по кольцу никто не движется, поэтому... Ну, погнали. Вон строчка идет. Как думать, в каком-то обновлении тут что-то будет? Обновляться. Я думаю, может даже что-то и будет обновляться. Ну, почему бы и нет? Будет круто посмотреть, какой же объект там у нас построится в будущем. Всем салам. Так. Я прям на каждую остановочку поворотник сегодня включаю. Это, наверное, привычка с автобусного симулятора осталась. С Протенбаса, с Омси. Мотор-депо тоже, когда езжу, реально стараюсь везде включать поворотники, когда подъезжаю на остановке. Алло, 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 Дашуля. Видимо, связь пропала. Иначе чего он так алокает? Так, это мы до порта сейчас едем. Можно было прямо проехать и все, и маршрут. Маршрут у нас сделанный, но... Ой-о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 й. Вот это, ребят, конечно, как видите, лагает сервер. Что не есть. Хорошо. Так. А почему черный экран? Странно, двери вроде закрылись, новая метка появилась, а черного экрана нема. Ну, это все, ребят, скорее всего, из-за лагов. Конечно, если прям сильно у нас пойдут какие-то лаги, нас с сервера выбросит. Но пока не выбрасывает, пока мы с вами продолжаем ехать, так и нам направо. Немного пролагало. Меня выкинуло куда-то в дом туда. Ну вот. Меня обогнал коллега, теперь я за ним буду следовать. Да, в принципе, какая разница, все равно придем в одно и то же время по расписанию. На конечную остановку порт. Направо. То есть поворотник можно не выключать, сразу же зарулить на остановку. Навыки. Тут нужно, чтобы не цеплять бордюры. На таком большом автобусе, например, как на МАЗе 103-м ехать, да, или на Икарусе, на том же Лиазе, которые, ну, достаточно таки длинные в этой игре, если их не сравнивать там с Рафиком, или с Пазиком, или с Газелькой, то навыки нужны, чтобы ты хотя бы не цеплял бордюры и нормально смог заезжать. Так, выдерживаем расстояние. Не цепляемся. Ни в него, ни он в нас. Расстояние, в принципе, у нас четко и правильно. Так, порт Серпова. Классно, он изменился. Так, ну, в принципе, мы теперь с ним поедем и в обратном направлении. У нас с ним автобусы одинаковые, только у него красные шторы, у меня зеленые. Ну, я прям под стиль московский сделал, чтобы окраска зеленая и шторы зеленые. И ехали мы все на зеленый светофор. Сдалека, кстати, если посмотреть, напоминает Лиаз 52-56, тоже в зеленой окраске. Вот сдалека, вам так не кажется? Вот посмотрите на автобус сдалека. Мне кажется, он напоминает Лиаз. Теперь Лиаз немножко изменился. Это у нас там ранняя версия появилась. По-моему, с этими, с горизонтальными фарами. Но, в принципе, можно прокатиться. Если бы там салон еще, конечно, прокачали, было бы классно. Мы, в принципе, сами зимой катались на этом автобусе. Там он был еще не обновленный. И новой раскраски на нем не было. Ну, сейчас есть, сейчас классно. Виктор пишет два раза, я преступник. Интересно, зачем он это написал. Какое-то лагучее здесь место в этой вот части города, не знаю. То ли здесь много народа. Потому что рядом находится, ну, порт, где, собственно говоря, там грузы берут, выгружаются. Плюс еще два автобуса следуют. Ну, с оптимизацией, да, надо бы, ребят, поработать. Есть такая темка здесь, но, увы. С
сервера сейчас лагают. Я думаю, ни одного у меня не лагают. Кто был на стриме неудачном, тот, я думаю, смотрел, как... Сколько нас там, 16 человек играло в онлайне, подключились, и лаги, ребят, конечно, были страшные. У меня плюс тоже лаги, потому что были сторонние программы там, для донатов, для стримов, поэтому, ребят, были дополнительные лаги. Ну, их бы не было, если бы не такая вот оптимизация. Так, тут тоже как-то надо было раньше повернуть, а я повернул сильно рано. Вернее, позже надо. Все, погнали. Тот Икарус у нас вырвался вперед. Ну, в принципе, я говорю, какая разница, мы все равно приедем в одинаковое время на одинаковое расстояние. Сначала ты мне деньги давай. Сначала давай мне деньги. Убить его, Артём. Что-то на видео хотел написать, убью Артёма. Час сливается с небом, поэтому не сильно видно. Что там вообще написано. Так, тормозим. В принципе, по городу на 4-й передаче катаешься. Тут не 5-я, не 6-я. Ну, что тут и в игре не предусмотрено. Хоть на некоторых моделях и есть 6-я передача, да, на том же Икарусе, но... В игре 5. Пойдет, хватит нам и такого. Цепну бордюр, не? Ну, по-моему, не цепанул. Нормально. Вот сейчас я вошел. Ну, можно даже сказать, как профессионал, но это уже смотря с какой стороны и с точки зрения посмотреть, как я въехал этот поворот. Так, снова проезжаем эту стройку. Вот прям как-то сервер серпов, знаете, оживился с этими обновлениями, вот строится что-то, кольцо появилось. Ну, прям реально, едешь, и город живет. Мы в каком-то обновлении будем ехать, там дорогу буду делать в серпове, да, там разроют что-то. Будешь ездить, смотреть, например, трубы делают, а в следующем обновлении, бац, уже закатали это все. Ну, классно. Классно. Ну, оптимизация, конечно, да, страдает. Поэтому к нему близко тоже сильно не будем подъезжать, потому что я могу у него как-то лагать, прыгать. Все мы знаем, как это все у нас в онлайне происходит. И опять у меня черный экран не высветился. Странно это все, ребят, очень даже странно. Ну ладно. Продолжаем ехать дальше, не жаловаться. Тем более у нас осталось тут совершенно немного. Это если бы мы сейчас с вами по второму маршруту ехали, мы бы сразу направо свернули и... Там у нас был ЖД вокзал, конечно, но нет. По первому маршруту мы едем. Едем туда же, до нашего РТП. Алло, алло, и три... И этих... Звездочки, видимо, там... Немножко другой... Такое слово, которое нельзя... Чтобы тут... Фигурировало в чате у нас. Блин, как-то неудобно так вот подъезжать. Точку постоянно пропускаешь. Нужно либо с особого ракурса подъезжать, либо... Прям у салона поудобнее как-то будет. Хотя, может, кому-то от третьего лица удобно на остановке заезжать, но мне конкретно с салона это удобнее больше всего. Диспетчерская Серпова на связи. Угу. Диспетчера у нас уже появились тут. Артём, сюда, едь за мной, Артём. Кстати, сколько мы с вами уже едем, небо... Почему-то никак не разъясняется. И дождь же не идет. Такая у нас пасмурная погодка. Надо было смотреть прогноз сегодня с утра. В Серпове. Или хотя бы в Серповском районе, что у нас там ожидается. Так, все, погнали дальше. Буквально еще одна остановочка, по-моему, или пару, или не одна остановка, и все. Ну, если... конечно не считать, то еще одна вот сюда. Я думаю, стоит нам еще по одному маршруту прокатиться, по второму, и по длине в принципе одинаковые, поэтому сильно много времени это не займет. Так, по моему проводов больше стало, да? То как-то едешь, обычно столбы стояли без проводов, а сейчас после обновы едешь, провода прям везде.
Не именно там, где их в старом городе натянули, а еще вот здесь. Ну, только что мы сами место этих проводов проезжали. Я думаю, вы это видели прекрасно. Матвей, ты где? Че они всех теряют? Либо у них лаги такие, что они стоят возле него, но он их не видит, потому что лагает. Пинг. Этот куда-то через забор собрался ехать, да? Или он думал, как в фильме каком-то там КамАЗ пробьет ворота и выскользнет. Как дальнобойщика шлагбаум пробил, так он так хотел забором сделать. Так, ну мы прибыли на конечную 20 на 1000, неплохо. По-моему, раньше меньше платили. Нужно посмотреть прошлый ролик. Так, сигналит. Давайте вместе встанем. Ну вот мы на двух икарусах отработали. Смотрите. Ну классно же выглядит, да? Почему бы нет? Тебе привет. Так, ну мы, наверное, погнали на второй маршрут. Да, он заезжает уже. Ну а мы тогда погнали с вами кататься по второму. Москвич что-то сигналит, что ему надо, так, выбираем. Нам даже дэшки ехать. Что ты сигналишь? Насколько я знаю, тут коллизии нема, можешь проехать. Хм. Ёманый Москвич 412. Нашел же, как мат заменить. Так, разворачиваемся, развертаемся. И едем на ЖД вокзал. Потому что тут движуха прям большая, ну... Гараж. Оно и понятно, почему такая большая и огромная движуха. Так, фура выехала. Здесь уже у нас, по-моему, коллизии начинают появляться, поэтому тут будем тормозить. Так, что у нас тут за движуха? О, ё-моё. Кразы, мазы стоят. О, нехило он тут так лежит. Ну, в принципе, может, с коллизией у него беда как-то не работает. Или вернее обновить позицию. Да хотя вроде пофиксили уже. То, что не работает позиция. Должна работать. Ну, как знаешь, как знаешь. Может, на нее не работает. Пытается в этом... Я не знаю, как он Урал поднимет на москвиче или сделал, что там лежало. Там нужно хотя бы масс какой-то подогнать. И может тогда с разгона он его как-то и поставит. На москвичи ты там точно ничего не сделаешь. Так, все, забрали наших пассажиров и погнали дальше. Интересно, что он сейчас подъедет еще на икарусе, чи нет. Так, а что это у нас? Ух ты, донатный ЗИЛ, вагон. О! Только что с нами катался на икарусе, уже поменял машину на донатную. Привет. Что, ты со мной поедешь? Сигналит. Кстати, донатный ЗИЛ это, по-моему, единственный, как мне на стриме сказали, у которого есть мигалки, сирена. Слушайте, он нас едет сопровождать, скорее всего, да? Сейчас посмотрим. Если он с нами маршрут проедет до конца, то да. Ой, снова эти неприятные лаги. Не знаю, что я там это, прыгаю для него или не прыгаю. Но мигалки, как вы могли слышать, у него работают. Мы прям сегодня какой-то особенный рейс. Со сопровождением едем. Видимо, мы везем какого-то шишку там. Депутата какого-то. Да, он едет за нами. Слушайте, может это подписчик? Я решил с вами прокатиться на зилке. Если ты смотришь видео, передаю тебе большой привет. Да, продолжай следовать за нами. Ну хорошо, значит, можем чувствовать себя в безопасности. На таком-то зилке. Кто-то там по-любому главный сидит. У нас в автобусе, что прям такое сопровождение. Так, ну второй маршрут, что-то я давно вообще не катался по городским маршрутам. Я уже не помню, кто какой маршрут едет. Опять у нас черный экран не вылез. Ну, кстати, так даже лучше. Ты по какому маршруту? Так, как кто это написал у нас? Плеер. Спасибо, брат. Так он спрашивает, не у меня? Нет, я думал, у меня спрашивает. Второй маршрут у нас и тоже вроде до этого едет.
порта, только ЖД вокзала. И немножко по другим районам ездим. Ну, тоже ездим, тоже неплохо, уже хорошо. Так, не заденем. Прекрасно повернул. Вообще замечательно. Не то, что поворачиваю, меня как-то в забор уносит из-за лагов. Вот посмотрите, провода протянуты. По-моему, ну, таких вот проводов не было. По-моему, это в обновлении добавили провода. Так, кого-то опять кикает, но я нажимаю на крестик, потому что я не знаю, делал ли этот человек реально за то, за что его кикают, но если бы я видел, что он это делает, или напрямую это делал, то тогда да, мы бы его кикнули. Зелок за нами едет. Реально какое-то сопровождение. Или же слежка. Но я думаю, сопровождение пускай будет. Хотя бы один должен впереди ехать. Нет, тогда лучше, чтобы мы вообще были под прикрытием. Впереди чайку поставить, да, которая едет впереди нас, а сзади зелок. Вообще классно. И все, автобус под охраной. Надежный просто охраняемый автобус, который никто никогда не захватит. А если там еще вооруженные ребята сидят, по-любому. Пусть только попробуют захватить. Так, выезжаем. Мне кажется, какой-то подписчик за нами катается. Если в конец за нами приедет, спросим у него. Снова кольцо. Неплохое. Мята. Эти флажки прикольно сделаны на столбах. Ну, вперед вырвался. Не знаю, в принципе, можем его обогнать. Нас ждет. Или может хочет впереди проехаться в вагон. Ну да, это тот, который с нами по первому маршруту катался на Икарусе. Лет, а где ты гостей встречать? В чате прям какая-то такая живая, активная комната. У нас уже потихоньку, как видите, темнеет. Становится темнее, темнее. Я думаю, мы уже сами ночью закончим. Я не хочу смотреть, сколько времени сейчас лишнее что-то открывать. Сейчас залагает. Если что-то случилось, ДТП или что, звоните в 911, аварийная служба. 999 11 11 11. Что-то там он с цифрами точно перепутал. Явно не должно быть столько много цифр. Всего лишь три цифры, 9 и 11. А там он прям 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, а то и больше цифр написал. Либо специально, либо клавиатура залипла, я не знаю. Как-то непонятно написал. Вообще интересно, зачем там обновлять, что тут вообще делает. Так. Ну и все, сейчас будет та же часть дороги, что и была у нас на первом маршруте. В зеркале зелок видно. Не знаю, если не отъезжает, значит я не лагаю как-то. Хотя, может, и для него и лагаю как-то, прыгаю. Но я считаю, что расстояние все-таки стоит придерживать, потому что если для меня никто не лагает, то не факт, что я для этого человека тоже не лагаю. Я там вполне могу хорошо так лагать. Мне кажется, когда мы ехали по первому маршруту, там, где меня занесло, из-за лагов как раз где-то в центре, когда мы поворачивали, мне кажется, там были такие хорошие лаги. Прям реально. Лагало страшно. Так, погнали. Хотя, может, у него тоже лагает сервак. Но просто не в таком количестве, как у меня. Прикольный зелок. Мне вот больше всех чайка нравилась из донатных. И... Ой, я не помню, кто-то еще там. И ГАЗ-13. А, да, ГАЗ-13. Ну, теперь к этому списку добавился еще зелок.
Всего лишь за 500 рублей его можно приобрести и кататься здесь. С сиреной, с мигалками. Тоже неплохо. Так, ну все. На порт мы с вами прибыли. И теперь следуем в обратном направлении. Зелок, я думаю, тоже сейчас кружочек сделает и поедет за нами. Или он нас уже там ждет. Ну-ка. Нет, он тоже все-таки сделал кружок. Едет за нами. Хорошо. Опять 99.11. Как-то лишние цифры пишете. Вам так не кажется, народ? Написано же писать 9.9.1.1. Пишут 99.11. 999 там 4 единицы. Непонятно. Как так вообще? Да, уже темнеет. Как раз. Ну сколько, я, по-моему, в комнату заходил, 9 часов утра было по игровому времени. Вот, уже и свет включился. Отлично. Как раз это все у нас отлично. У зелка фары, у меня фары. Ой, нам сейчас светло будет. Только чтобы за этих фар еще не лагало. И за фонарей тоже. Но, как видите, подлагивает немного. Есть такое дело. Неприятное. Чего уж тут сделаешь? Налево. Ну и теперь направо. Тут пожарная часть. Не понял. Нормально, давай. Вот так. Поехал вперед. Даня, ты Глеб. Такое ощущение, как будто написал Даня, ты Глеб, но немножко не написал. Ладно, не будем придираться к ошибкам таким. Кто может дать 200к? Ни хрена себе, вот, запросы у него. Деньги сейчас не передают, как передавали раньше. Да и что передать 200к, там по 10 тысяч можно было передавать, да, или сколько? Там, наверное, час надо было стоять, чтобы передать. Даню про... Ну, я думаю, вы поняли, что там должно быть написано, да? Не буду это проносить слух. Ну, короче, они потеряли Даню. Наша охрана всегда едет за нами. Да, фары теперь, смотрите. И получается, и сзади фары светят наш автобус, заднюю часть. И спереди тоже освещаем. Мы немного еще какой-то свет от фонарей, от квартир. На меду из окон зданий. И тем самым у нас светло, не темно. Да и полностью не стемнело, только вон закат. Тоже неплохо. Миру, миру. Проехали. Так, и тут сразу остановка. Ого. Я уже собирался разогнаться на четвертой передаче. Так, погнали. Сейчас нам направо, потом, по-моему, еще раз направо. Налево мы выедем под мостик, и будет конечная остановка ЖД вокзал. Вроде бы да. Коновалов у нас педальку перепутал, написал. Интересно, если перепутал педальку с газом и влетел в забор, или перепутал педальку с тормозом и просто резко тормознул. Потому что перепутать педали — это дело такое, смотря какие. Так. 554 метра, да? Все, следующая у нас конечная. Ой, я хотел поворотник выключить, вернее включить, ну и выключить. Я нажал на меню, где можно начинать голосование, передавать игрокам различные предметы. Кто ДПС? Я, кстати, не знаю, кто ДПС, я уже не помню, как сервер называется. По-моему, РП, ПДД, что-то там. Вот мы хоть соблюдаем ПДД.
Тут вот вначале два автобуса ехало, но они прям, ну, то есть мы, да, соблюдали ПДД прям правильно. Ну, сейчас я пытаюсь. Что я вообще сегодня не нарушаю, даже скоростной режим не нарушаю. Сейчас только с горки, максимум на Икарусе можно выдавить 70 км в час на этом. И все. Поэтому тут скоростной режим, ну, никак ты не нарушишь. Ой, зацепили немного. Фары за нами следуют. Прям видно, что кто-то там едет. Давайте в него сейчас что-то напишем. Может, просто решил покататься за нами. Так. Ой. Вот, пожалуйста, про что я ему говорил. От третьего лица я всегда проезжаю точку, поэтому салона удобнее проехать. Тоже, кстати, 21 тысяча. Так же, как и за первый маршрут. По-моему, раньше зарплата отличалась. Или смотря на какой машине ты едешь. На газельке там, по-моему, 17 платят. Давайте так припаркуемся. Не, ну, давай, не, ну, вот так. Во, отлично. Заглушимся. Ну все, ребят, вот такой у нас рейсик сегодня получился. На двух автобусах даже в начале. Была у нас такая охрана на зелке. Но смотрите, какой классный зелок. Просто, ребят, замечательный. Давайте напишем вагону. Сигналит нам что-то. И мы в ответку посигналим. Так, давайте. Тек. Спасибо за сопровождение, правильно? Вроде бы правильно. Вот так вот. Давайте подождем, что ответит. Вагон. Привет, Дамарон. Да, это скип-подписчик. Скорее всего, как я сказал. Так. Ну, привет. Можно, в принципе, поздороваться. Привет. Тоже автобус приехал. Мы ему там не мешаем на точку. Или мешаем, не знаю. Можно объехать. Собрание автобусов уже до вокзала. Дима водитель. Ну да, уже до вокзала, в принципе, можно нормально так собрать автобусы. Ладненько, ребят, будем на этом завершать. Встретили подписчика. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и делитесь видео с друзьями, чтобы не пропускать новые видео. Нажмите на колокольчик. Всем пока. Пока.